Яблочно-овсяно-финиковое пюре. Овсянку замочили на ночь в воде. Утром поместили в емкость блендера. Нарезали яблок, мякоть фиников. Добавили теплой водички, измельчили, сбили на блендере и получили вот такое пюре вкуснейшее. Сытное. Овсянка сытность придает, овес — пища лошадей. Вкуснятина выходит. Финик дает естественную сладость. Можно добавить и другие фрукты. Фейхоа. Здесь вот парочка. Фейхуин. Кинуто можно хурму. Вот это в основном из яблок. На основе яблок и овсянки. Такая вот кашка. Живая, сыроедческая, полезная.